Так, всем привет, ребята. Играем в малыша желтых. Погнали. Так, ночь первая. Так, привет. Сюда Кузьмин в холодильнике. Да. Будем кушать. Он тут будь. Сейчас обратно сразу на... Так, сменить подгузники. Так, будь тут. Так, клипы. А, вот. Так, на. Так, иди спать. Такой веселенький. Все, спи. Так, свет выключить. Включайся. А. Так, вот посмотри телевизор. Я смотрела одного ютубера, где уже там 30 миллионов или 40 миллионов просмотров. Вот не помню, но я его знаю. Ну кто? Ну у него еще аватарка такая белая. Так, вот будем лучше. Кто знает его, ну, тот молодец. Малыш, а как он свет включил? Сейчас он там будет, да? Я его смотрела, он там сейчас реветь будет. Сейчас веселый. Так, вы уложите малыша. Идем, иди спать. Все. Свет. Я наконец-то посмотрю телевизор. Все. Так, мне что-то уже страхово играть. Потому что демоном станет. Вторая ночь. О, смеется, смотрите. Смотри, правда забавно? Я же прошу, не надо. Так, где он? Возьмите бутылку в холодильнике. Хватит, а? Что-то, а? Подождите, малыша вас нас напили. Не знаю, как прочитать это. Так, взять. Иди, трусы. Ты куда улетели? Так. Где трусы? Вот они. Так. Ложить малыша. Итак, я позвал сюда брата. Что-то мне просто страховал. Так, ложить малыша. Всем привет. Что так страшно было мне уже? Ложить малыша. Если я буду... Если я крикну, то... ничего не подумайте, просто мне страшно. Там малыши не смогут держать много пранков. Да. Это не пранки. Так. Это он просто демон. Так. Сейчас будет ночь в третья, да? Наверное, заплачет Аня. Да, ночь в три. Нянька, спокойной ночи, сладких снов. Малыш, я покажу тебе свои сны. Уже так страшно, я что-то. Так. Дальше смотрю. Он где-то на стопудово спрятался. Ой, опять начал реветь. Не спрятался. Нихера.
Фудми. Что-то мне уже страхово играть, ребят. Граффити из Липикина. Какой подкоп. Так. Так, я поставлю на паузу, просто мне страшненько что-то. Так, уф. Подкоп хороший сделал. До свидания. Так мне страшно. Давай ты поиграй. Давай. Иди с бутылкой. Я уже взял. Вот верно. Что там? Чего? А вот все. Так, ты чудовище такое, а? Ты че? Ты какая-то... Иди. Меня подгузники. Сейчас он демоном станет, да? Там есть талисман. Нихера, ты че с тобой, а? Подгузники сейчас. Как возьмите родительский талисман. Ну, сам еще не понял, как родители к этому относятся. Я бы просто выкинул. Они, наверное, не знают. Сейчас такой веселенький станет. Будут. Нет, сейчас плакать будет. А где он? Да, сейчас плакать будет. Че? Вот мне это что-то страшно. А где этот подгузники? Уже Тимур, это такой грустный. Да? Рамки. Ой, нет. Пока. Пока. Пока ночи. Ну ладно. Ну а хотя... Сам играй. Так, что-то... Со светом бороться нельзя. Где он? Чего? А это уже реально демон. Доброй ночи. Очень сладкий сон. Очень сладкий. И еще это типа это сон был у меня. Побег доступен. Иди за белым кроликом, убеги от ребенка. О, кролик! Мне кролик страшно. С топором готовь желтый такой. Так. Кролик. А по нас красивый. Что там малыш там такой будет, да? Ну, мне нравится хоррор. Что это? Мне нравится хорроров, когда ты играешь, а сзади к тебе кто-то подходит. Все, мы прошли игру. Загрузка. А вдруг не прошли? Безумие Пикмана. Бедняга, бедняга белый кролик, я знаю, что ты ищешь. Но здесь ты его точно не делаешь. Это врач. Врач. Нет, я не понял, что это такое? Концовка, мне кажется. Как в Грэнни. Что там? Что-то страшно смотреть. Лифт сломался. Пофиг. Блин, мне что-то страшно. А все. Ну, пожалуйста, красивый. Блин, найди другой лифт, иди за белым кроликом. Вот не, я еще что-то боюсь. Вдруг он еще тут этот будет. Да, блин! Че? О, я снова поймал. Че? Как это он сделал? Что он дома натворил? А это уже другой дом. Так, мне надо поймать ребенка. Только где проказник? Родители, наверное, не знают, что он это делает. Так если там это как...
Так ты чё, а где он? Он дома. Надо его быстро так... в холодильнике посмотреть. Это как его поймать, его так надо быстро. Друзья, это чудище. Чудище, ты где? Скрипичный ключик. Сейчас он туда. Я в туалете. Не. Нет. Когда в холодильнике проверим. Не, он дома. А где он? В холодильнике. Где, да. Наверное. Так. Это головоломка, а не хоррор. Я бы пиццу кушал. Это, наверное, его родитель демон. Вон он! На кровати, на кровати, на кровати. Чё? Так, поймать малыша. Неудача. Исследуйте квартиру. Исследовать квартиру. Это демон. В животике был демон. Да. Я думал, что демон в животике все переломал. Чё? Он может быть где угодно. Надо что-то страхового проходить. Да! Так что мы не его никогда не найдем. Где этот проказник? Я бы его так отшлепал. Не, я бы с ним спал. Кто ты сейчас тут? Друзья наши. Так, нет, Лени. Вот ты, говнюк. Мне сейчас выбесит по полной. Ты куда? Короче, брат ушел, мне страхово стало. Одному играть. Так. Так. Я думаю, это мама. Так. Ну вот ты где, а? Ну где ты, говно? Я бы телек посмотрела. Она малыша посмотрела. Кстати, да, можно велик усой. Не выходи, если хочешь. Не, сейчас. Ну, я видео снимаю. Не выходишь, так скажи. Так сейчас я видео снимаю, можно снять нормально? Да. Так, и где это? Ладно, чуть... я выведу. Вот так. Ну нафиг, ребята, я не хочу играть в эту игру. Я не хочу играть как... Нет. Выход. Я сейчас Пикман. Ребята, давайте я не буду играть в эту игру, потому что мне что-то страхово. А вы поставьте лайк и подписывайтесь на канал. С вами был я, Гексе... Ой, как его... А, Гексе Геймер ГГ. Всем удачи, всем пока-пока.